Доброго времени суток всем моим подписчикам, тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, будем вместе с вами обозревать посылки и товары из Китая. А спонсор сегодняшней посылочки – интернет-магазин мобильных гаджетов Морефон. Если вам не хочется ждать из Китая мобильные устройства, камеры, планшеты, мобильные телефоны, переходите по ссылочке, товар есть в наличии, а также можно под заказ из Китая. В общем, сегодня мне предоставили два мобильных телефона, единственное, что человек по этому трек-номеру говорит, я не мог отследить, что это, и, в общем, не знает даже, что это за мобильный телефон, и говорит, сними обзор, покажи, вот, и тем более зрители просят, говорят, покажи нам мобильные телефоны, что-то у него здесь должно быть из новинок, в общем, из новых телефонов, вот, и давайте, в общем, распакуем, посмотрим. Давно на канале не было мобилочек. Сразу сделаем небольшие тесты. Значит, первый телефон еще дополнительно был упакован, а второй вот так вот был упакован. Но упаковали все хорошо. Итак, это Дуги X5. Вот новинка телефончик. Вот в такой вот симпатичненькой черненькой коробочке с голограммками. Скотчиком вот фирменным Дуги заклеен. Дуги X5. Вот, видите. И второй телефон. В общем, как он и говорил. О, второй телефон тоже в пупырку. Так. Оп. Я думаю, это, наверное, тоже Дуги X5. Да, это Дуги X5. Два вот таких вот телефона. Такие, знаете, увесистые. В общем, сейчас оба вскроем. Посмотрим, что это за телефоны. Сделаем на них сразу небольшой там тест-обзор. Как обычно, посмотрим характеристики. Оп, интересная упаковка. Слушайте, прикольный телефон. Раз. В белом цвете. Вот такая вот черная рамка идет для экрана. И сзади матовая такая белая, приятная на ощупь крышка. В общем, пробуем включать. Не включается. Смотрим, где здесь ковырялочка. Скорее всего, заклеена батарейка. Да, батареечка заклеена. Отклеиваем ее. Вот так вот. Раз. Ну да, сейчас самолеты как бы не пускают вообще устройство на батареечке. Кстати, давайте сразу посмотрим, сколько у нас батарея. Такая вот фирменная Дуги батарея. Написано 2400 ампер. Но она вот тонюсенькая, ребят. Не уверен, что я здесь найду 2400 ампер, значит, вставляется microSD карточка, две полноценные сим-карты, а не, я извиняюсь, микросим-карты, разъем для наушничков, снизу идет вот выход под динамик вот такой вот серьезный. Так, ну, что я вам скажу, в принципе, такой добротный телефон с виду, пробуем включить, включается, запустился. Давайте прокинем характеристики. Значит, у нас 5-дюймовый HD экран с разрешением 1200 на 720. IPS матрица стоит. Процессор MTK6580, 4-ядерный, Android 5.1, 1 гигабайт оперативки и 8 гигабайт встроенной памяти. Камера передняя 5 мегапикселей и задняя 2 мегапикселя. Интерполяция, что там, там до 8, а там до 5. В общем, ну и дальше пошло описание, что это классный бренд. А второй... ну и давайте глянем, что у нас в комплектации. Давно телефонов не было, не помню уже, что и говорить, показывать. В комплекте идет микро-USB шнур, блок зарядки. В общем, такую же подставку вы можете приобрести в магазине без ожидания. Также инструкция идет в комплекте. Без ожидания из Китая вот поставок. Вот. Наценки в магазине фактически нету. Сам, в принципе, бы заказывал. И второй такой же телефон. Вот матовая задняя крышка у него в черном цвете. Ну, я думаю, в принципе, смотреть не на что. Значит, в комплект поставки такой же самый. Вот такая вот плотная картоновая упаковка простая. В принципе, вот такие вот два телефончика. В общем, телефон включился. Давайте посмотрим. Вот такая вот у нас разблокировочка. Сразу посмотрим. Оп, вот яркость экрана на всю. Слушайте, ну хороший экран.
довольно-таки достойные углы обзора. Камера, может, конечно, плохо покажет. Вот. Но, в принципе, что я вам скажу, что телефончик интересный. Единственный минус могу сразу отметить, что кнопки сенсорные, но без подсветочки. Вот. Так что... А, вот тут надо Go It нажать. Это же пятый Android новый. Вот. В общем, в принципе, 1 гигабайта оперативки, я думаю, достаточно для такого телефона. Вот такое вот у него меню, в принципе, интересненькое, с интересными значками. Вот такой минимализм. Так что, в принципе, я думаю, ну, телефон добротный должен быть. Сейчас давайте поустанавливаю на него тесты и посмотрим, потестируем телефончик. В общем, ребята, затестил я этот телефончик Dugi X5. Напоминаю, у нас распаковочка с легким обзором. Сразу из минусов, что могу сказать, пока тестировал, рассматривал, пробовал. В общем, задняя матовая крышка сильно залапывается, сразу видно отпечатки. Экран, сами тоже видите, марки, но здесь сверху наклеена пленка, поэтому, в принципе, это может быть пленочка такая марка или еще жирная, то есть весь жир, хотя я ее уже протирал неоднократно, может еще не вытерся. В общем, запустил я стандартный AmTuTu и NanoMark. В общем, давайте сразу посмотрим NanoMark. Выдает, значит, 56,8 кадров в секунду. Пишет модель X5, то есть типа правдивая вся информация, 1280 на 720 точек. Вот. И сразу давайте запустим AnTuTu. Значит, в AnTuTu у нас, вот, пожалуйста, информация про, это у нас Dugi X5, значит, процессор MT6580, расширение 1280 на 720. В общем, все как в описании, вроде все совпадает. Вот, сразу хочу вам показать камеру. Камера здесь действительно не 8 мегапикселей, как заявлено, а, знаете, приблизительно типа 5, в общем, пишет, и типа расширение электронные до 8 мегапикселей. В принципе, это сейчас китайцы такое практикуют. Еще что, в принципе, из плюсов, вот могу отметить, это то, что очень довольно громкий телефон. Сейчас зайдем в какие-нибудь рингтоны. То есть снизу довольно-таки большое, видите, отверстие под динамик, и внутри довольно-таки большой, для тех, кто не видел, вот дырочка, видите, отверстие. Это там у нас находится динамик. В общем, в принципе, это бюджетный телефон. Самое главное, не показал, сколько же он набирает баллов. Все же любят посмотреть у нас баллы. Значит, 20 тысяч набирает телефон. Но это он пустой, без нагрузки. И тачскрин у нас на, внимание, H2 касания. То есть, в принципе, это бюджетный, простой телефон. Если вам нужен, на 2 сим-карты, рабочий аппаратик. Вот батареечки на самом деле где-то, наверное, будет 1800, а не 2400, как заявлено. Но если вам нужен бюджетный смартфон для того, чтобы, скажем, пользоваться или сделать своему ребенку на день рождения подарок, чтобы не жалко было, если разобьет или сломает, то данная модель телефона, в принципе, является оптимальным вариантом, я считаю. И если вам понравился этот обзорчик, ставьте лайки. Не понравился, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу, добавляйтесь в друзья. И если вы хотите заказать этот телефон без ожидания посылки из Китая, вы можете перейти по ссылочке на интернет-магазин Morephone. И там можете посмотреть не только эти мобильные телефоны, а и другие мобильные электронные девайсы.